Значит так, если я ему проиграю, вы ему дадите уехать с этого острова целым и невредимым. Ты же не виноват, что этот американец псих. Да никакой он не псих. А если вы так считаете, значит, он вас обвел вокруг пальца так же, как всех остальных. Он знает, что если ему придется играть со мной, я его уничтожу. Раздавлю. Вот он и симулирует. Чтобы избежать неизбежного. Я его не выпущу. Я его на обе лопатки положил. Я на 2 очка впереди. Попался. Передайте Фишеру. Я с ним ход взял и для пинг-понга сыграю. Ход сортири. Где угодно. Он от меня не уйдет. Так ему скажите. Попался.